В любую точку страны ветераны смогут полететь бесплатно. По традиции, в честь Дня Победы авиакомпания «Руслайн» организует социальные перевозки. В мае участники Великой Отечественной войны, а именно ветераны и инвалиды, смогут приобрести билеты со скидкой 100% на любое направление туда и обратно в пределах Российской Федерации. Так как маршрутная сеть авиакомпании представлена достаточно широко, ветераны смогут продолжить перелеты в любом направлении. Сопровождающим лицам будет предоставлена скидка в размере 50% от стоимости билета. Период прохождения акции, то есть полеты можно осуществить с 3 по 12 мая 2017 года, билеты уже возможно приобрести с 1 апреля. При себе необходимо иметь документ, подтверждающий принадлежность к данной категории, то есть участника Великой Отечественной войны, либо инвалида Великой Отечественной войны.